Идем дальше. Экспресс. Вот так вот. Две команды в премьер-лиге, которые еще не забивали за два тура. Это единственные две команды, которые не смогли отличиться. Это Кристал Пэлас. У них 0 забитых, 1 всего лишь пропущенных, 1 балл. И Уотфорд, у которого 0 забитых, 4 пропущенных. Вот я думаю, что в этом туре как раз таки оба их коллектива забьют. Если Уотфорд играет против Вест Хэма, и там, скорее всего, хозяева в любом случае отличатся, то вот Кристал Пэлас играет на Олд Траффорд против Юнайтед. Но что-то мне подсказывает, что игроки Кристал Пэлас смогут огорчить Дэвида Де Хея. Тем более Вулверхэмптон показал, как это можно сделать простой домашней заготовкой после углового. В общем, я думаю, что и Кристал, и Уотфорд забьет в этом туре. Поэтому мой экспресс будет выглядеть следующим образом. В матче Уотфорд-Вест Хэм я возьму ставку «Обе забьют». Ну а в матче Манчестер Юнайтед-Кристал Пэлас я не буду рисковать ставкой «Обе забьют». Поставлю «Кристал Пэлас забьет». Все-таки Юнайтед тот клуб, который может преподнести сюрпризы, как, например, с Вулверхэмптоном. Не выиграть в этом матче с шикарным первым таймом, скучным, но тактически шикарным первым таймом. Во втором тайме команда Сульшера посыпалась, к сожалению, и в итоге 1-1. Вот, в общем, я думаю, что Кристал Пэлас все-таки сможет забить, и не исключаю, что счет будет 0-1, 0-2. К примеру, гипотетически можно представить, потому что, еще раз повторюсь, Юнайтед та команда, которая умеет преподнести сюрприз. Итак, мой экспресс: Уотфорд, Вест Хэм обе забьют, Манчестер Юнайтед, Кристал Пэлас забьет. Да, удачи.